Добрый день, уважаемые друзья! Всем привет, здравствуйте! Сегодня я начинаю цикл видео по сборке из немецкого танка «Тигр-1» от компании «Тамия». Компания «Тамия» представила эту модельку в масштабе 1.35. Модельку я приобрела в интернет-магазине AliExpress. Ссылочку на этот магазин, на эту модельку, я дам в описании. Ну, давайте немножко рассмотрим с вами эту модель. Каким образом она представлена и что внутри у нас есть. Это как бы будет обзорное видео о том, каким образом представила компания «Тамия» нам в упаковке, и будем начинать собирать. Давайте откроем. Во-первых, сначала рассмотрим, как оно пришло. Знаете, я хочу вам сказать, что AliExpress в этот раз меня очень сильно разочаровал, потому что коробка пришла очень помятая. То есть они ее упаковали изначально очень плохо. Пришла она с такими заломами по краям. Это очень хорошо видно. Я вам специально хотела показать, потому что когда вы будете проходить по этой ссылке, я предлагаю написать производителю или магазину с просьбой о хорошей упаковке. В принципе, он хорошо идет на контакт, и я думаю, что будет все хорошо. Я этого не сделала, к сожалению, вот в таком виде вот пришла коробка. Давайте рассмотрим. Как всегда, компания «Тамия» нам предлагает два варианта инструкции. Основная инструкция – это по сборке самого танка. Инструкция мне всегда в компании «Тамия» нравится. Они все выкладывают, все предлагают, какие инструменты, какие цвета. Здесь, естественно, идет сама сборка поэтапная. Но я всегда делаю сборку по тому, как предлагает сам производитель. Меня это устраивает. Так, есть еще одна у нас инструкция. Это инструкция с выбором цвета. Предлагается нам несколько цветов. Значит, предлагает нам вариант расцветки вот такой. Предлагается основной, это серый, это немецкий серый. Также они еще предлагают вот такой вариант расцветки. Каждый из вас может это выбрать. Здесь есть варианты расцветки и в основном основная инструкция по табличке. Вы, естественно, можете выбрать. Давайте сами рассмотрим сами эти упаковки. Вот я взяла первую упаковку. Что могу сказать? Все безобразно и очень плохо. Элементы все отломаны. В связи с тем, что коробка пришла плохо упакована, здесь внутри все отломано. Отломан центральный, верхний, основной. Верхняя часть корпуса – это части башни, я так понимаю. Вообще, почему-то сам пластик очень мягенький, не знаю почему. Давайте мы вскроем этот литник из пакета и посмотрим. Вот, то есть, посмотреть, оно вот так вот все отломано. Ну, сама часть, она, конечно, целая, естественно. Будем надеяться на то, что во время сборки в этом случае проблем не будет. Так, это вот у нас первый литник, который мы увидели с вами. Давайте посмотрим еще один литник. Так, есть вот еще один литник, ну, то с мелкими частями. Вообще много мелких частей, и детализация такая достаточно хорошая здесь. Здесь есть у нас даже вот декали, и то заломанные все. Если честно, полное безобразие. Ну, ничего, я думаю, что мы будем справляться с этими проблемами. Вариантов для каждого танка здесь достаточно. Давайте посмотрим, что у нас, в каком виде здесь. Ну, в принципе, здесь все хорошо. Все мелкие деталечки, которые находятся на этом литнике, они не отломаны. Единственная только у нас деталька,
которая отломана. Ну, здесь надо будет просто аккуратненько все убрать и все подправить. Это еще один литник. Давайте посмотрим еще. О, здесь полное форменное безобразие. Вот эта сторона литника, где находятся тросы, она, конечно, очень сильно заломана. И сам трос вряд ли будет возможность приклеить. Вообще, здесь, в этом литнике, у нас вот даже вот есть деталечка. Если вы увидите хорошо, она вот маленькая, она обломанная. Вот. Если вот здесь. Она полностью выломана, и скорее всего, эту детальку я использовать не буду. Ну, попробую ее, конечно, собрать, но она очень-очень тонкая. Вообще, здесь представлено на литнике, в принципе, это неплохо. Отдельная полностью вот эта вот задняя часть, видимо, наверное, какие-то выхлопные трубы и еще что-то. Я еще точно не рассмотрела, не знаю, что здесь показано, каким образом это собирать. Это вот с одного вот этого литника, ну, вот немножко разочаровало то, что оно вот это вместе сломано. Ну, надеюсь, будем справляться. Что у нас еще есть? Вот здесь последний литник. Ну, он у нас идеальный. С нашими катками. Ну, в принципе, даже вот здесь вот есть лопатка. Я немножко так вытащу, сильно не буду вынимать отсюда из этого пакета. Лопата даже, они вот тоненькие очень. Как всегда, это такая как деталька. Она у нас идеально ровная, ничего не сломанная. Но это отлично, это здорово. Так, осталась последняя часть. Так, ну что могу сказать? Страшное разочарование. Просто безобразие. Вот если вот так посмотреть. Вот эта сторона полностью выломана. Ее хорошо конкретно повело. И даже сказать нечего, честное слово. Ну, вот видно отсюда, что вот эта вот часть ее сильно свело, и большой градус вниз слома. Если посмотреть вот так. То есть то, с чего начинается основная часть, нижняя часть корпуса, она у нас в таком виде безобразном. То есть я так думаю, что вернуть ее у меня будет проблемы. Здесь я хочу попросить. Если кто будет рассматривать видео, если какие-нибудь будут идейки для того, по возможности, как мне вот эту часть выровнять, потому что, скорее всего, будет танк кривой. То есть, каким образом его стянуть, для того, чтобы он, верхняя часть потом корпуса села на него. Я вас попрошу, если есть какие-то идеи, мне их высказать. Ну вот, ребят, начинаем танк с большого разочарования. Я очень на вас надеюсь. Ну, в принципе, вот так мы с вами, в общем, рассмотрели танк. Танк такой, я думала, что он будет очень интересный. Оказалось, что у нас с ним есть проблемы. Ну, еще вот о виниловых вот траках. Дальше я хочу вам сказать, что здесь вот очень неплохо соединяется. Здесь вот поработали очень хошо, как бы про сам разработчик. Хорошо соединяется вот в этом месте. И не будет больших разъезжаний в разные стороны. Достаточно плотные виниловые траки. Ну, в принципе, общий обзорное видео мы с вами вот так рассмотрели. О проблемах, которые здесь есть, я вам рассказала. Немножко такое разочарование при новой сборке в новом году. Но я очень надеюсь на вас, мои уважаемые подписчики, мои любимые друзья. Если вы мне дадите какой-то совет, как мне поправить корпус, и как, чтобы начинать эту сборку этого танка, я буду очень рада. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать. Не будем унывать, будем собирать вместе танк. Сегодня мы говорили о Тигре 1 от компании Tamiya в масштабе 1:35. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал. Жду вас замечаний ваших, пожеланий. Всем хорошего дня. Всем пока.